Літо у самому розпалі, хтось вже повернувся з відпустки, хтось лише про неї мріє. А про поради підготували сюжети, які будуть цікаві і тим, і іншим. Адже ми завжди знаємо, що стане вам у нагоді саме зараз. Тож дивіться і запам'ятовуйте. На наших дорогах завжди вистачає цвяхів і шурупів, аби не дати нудьгувати шиномонтажнику. Проте багато хто вважає, що достатньо зробити латку і ремонт закінчений. Поспішаємо вас запевнити, це не зовсім так. Скоріше, зовсім не так. Принаймні, в інших країнах. До речі, про це про порадам розповів професійний шиномонтажник з Німеччини. І не тільки розповів, а й показав. Тож дивіться. Міні-комбі repair from the inside to the outside. Значить, міні-комбі, значить, ремонтуємо як? Ізнутрі наружу. Then the hole is blocked. Тогда блокируется вот эта вот щель по причине. And you have inside a patch. It's a combination. А внутри у вас получается вот эта заплаточка. Here the tire size is 185. Значить, смотрим, какая у нас размер. 185. Okay? 185 это размер шины, да? And I have a template. Есть такой вот образец. So, let's see where the damage is. Смотрим, где у нас. Now it's a center. But центр. It's центр. 185 is 185, here. Потому что это для легковой машины нашли. Это вот там вот, где показывает. This is 185 here, right there. Так, so, you're making the center of the injury? Так. Center of the tire. Центр, да? And then you say here I have 185. Ага, благодаря вот этой вот этому образцу. And here, yeah, you understand? And here I have 185. И дальше 185. Yeah. And from here to here. И отсюда до сюда. I can repair. I can make a mini combi. This I can also make with the angle. А теперь угол надо мерить. Because the there's a 15 degree angle, yeah? Да, 50 градусов. Надо почистить сначала. Yeah? You have to clean inside, because внутри. Because it's dirty, it's silicone, it's fat. Yeah? Силиконовая, жирная, грязная. Yeah? So, this is a liquid buffer, okay? And вот, this is химическая чистка. It belongs to the general procedure. So, before you start, you just go inside and you clean. You would spray. And with the scraper, you scrape the area. From the inside to the outside. So I go to the inside. Okay. And also from the outside. I'm doing for the camera, because Вы должны именно в центр попасть в повреждение. Now I will mark the area. I'm just marking the area. Так, теперь вы таким определяете. And this area will be the buffing area. И вы вот это будете зачищать. This thing is blocking my air, yeah. The first thing you do is you put a blue cement in the hole inside. Внутри, вот именно в центр туда, в эту дырку. And you put a blue cement outside. Внутри и снаружи. Okay. So, okay, that's it. Okay? So, now this one to stitch. Yeah. Ну и надавливаем. Okay? So the mini combi is inside. So the important thing now, when you cut, you don't pull this. You know, you just cut it flat. So the hole is blocked. You have a patch inside. You have demounted the tire and inspected. So this one is ready to go. Все, проверили еще в конце, чтобы все нормально, yeah. И уже все готово. This is a permanent repair. Это постоянный ремонт.
перші роки життя – це найбільш інтенсивний період розвитку людини. Від народження за 12 місяців дитина робить величезний стрибок в формуванні навичок. Зрозуміло, що у відповідному віці потрібна і відповідна іграшка. А от ми купуємо іграшки, не замислюючись над цим, довіряючи своїй інтуїції та орієнтуючись на те, що сподобалось у магазині. Настав час змінити ситуацію. І про поради готові радити. Начиная с годика, нужно особое внимание уделять развитию ребенка. Он начинает приобретать различные навыки, формировать словарный запас, развивается отдел головного мозга, который отвечает за речь ребенка. Это называется навыки мелкой моторики. Есть основные 5 игрушек, которые должны быть у каждого годовалого ребенка. Это такие игрушки, как пирамидки. Вначале ребенку нужно предложить самую простейшую пирамидку, которая состоит из нескольких колец основных цветов. Когда он научится нанизывать их правильно, можно предложить ему пирамидку посложнее с элементами разной формы и цвета. Также обязательно должен быть у каждого ребенка сортер. Это домики, горшочки, коробочки с различными отверстиями, в которые ребенок проталкивает мелкие детальки различной формы, цвета и размера. Таким образом, он уже начинает учиться различать элементы по форме, цвету и размеру. Обязательно у каждого годовалого ребенка должны быть кубики. Ребенок с помощью кубиков будет учиться различать формы, цвета, размеры элементов. Вы можете вместе с ребенком участвовать в игре, что тоже немаловажно. Для ребенка очень важно, если родители, мама, папа будут с ним вместе играть. Выбирая кубики для ребенка, лучше отдать предпочтение пластиковым или мягким кубикам, так как вначале он будет в основном разрушать строения, те, которые вы ему построите. А потом уже, когда он научится сам мастерить, можно предложить и деревянные кубики. Также обязательно должен быть у ребенка конструктор. Это обязательно должны быть крупные детали, которые яркие, с элементами там колесиков каких-то, наклеечки фруктов, овощей. Для малышей от годика можно предложить также мозаику. Обязательно мозаика должна иметь крупные элементы и не вставляться в сетку, а накладываться на соты или вставляться в ячейки. Есть мозаики еще вкладыши пластиковые. Тоже очень хорошо развивает мышление и ориентирует ребенка по форме и цвету, что куда вставлять. Очень полезными являются также пазлы. Пазлы для малышей представляют собой простые картинки, которые разделены на 2, 3, 4 части. Это могут быть как простые картонные вот такие вот пазлы тверденькие, так и пластиковые объемные какие-то фигурки. Существуют пазлы для разных возрастных категорий, от годика и старше. Для самых маленьких это вот такие вот картинки простые, которые из 2-3 частей состоят. Очень полезны в развитии ребенка будут занятия творчеством. И в то же время вы сможете больше времени провести с ребенком. Здесь можно заняться как рисованием, так и лепкой. Можно рисовать мелом, можно красками. Но в таком возрасте ребенку еще сложно держать кисточку в руках. И на помощь нам придут пальчиковые краски. Любому ребенку будет интересно макать пальчики в яркие красивые краски и создавать свои шедевры изобразительного искусства. Магнитная рыбалочка. Цель игры – на магните споймать рыбку. Эта игра надолго увлечет как малыша, так и родителей. Эта игра помогает развивать координацию движения рук и также развивает мелкую моторику, что способствует потом впоследствии развитию речи. Образные игрушки, такие как куклы, животные, должны быть максимально реалистичными и натуральными, чтобы ребенок формировал правильное восприятие окружающего мира. То есть недопустимо ребенку показать, допустим, зеленую кошку, потому что такой не существует. Он будет дезориентирован в восприятии окружающего мира. Так же самое и куклы должны быть максимально похожими на живых деток. Ну или если это куклы постарше, там, чтобы был и нос, и глаза, и ротик, все реалистично и натурально. Детки анализируют и изучают наш язык общения. Даже если они сами еще не говорят, они впитывают как губка наши слова и формируют свой словарный запас.
Для этого нам самым лучшим помощником будут книги, безусловно, и тематические карточки. Выбирая печатное издание для деток, лучше обращать внимание на книги с твердыми картонными страничками, с яркими крупными иллюстрациями. Что касается текста, это должны быть короткие стихотворные тексты, так как в возрасте до 2 лет деткам сложно воспринимать на слух прозу. Детки старше 12 месяцев начинают наблюдать следственно-причинные связи. То есть если ребенок понимает уже, что если нажать на какую-то кнопочку и появится свет или музыка, поэтому очень большой популярностью пользуются детские музыкальные интерактивные центры развивающие. Это могут быть вот такого плана столики, или панели игровые, или ходунки с игровыми панелями. Ну, в общем, сейчас очень разнообразный выбор такого рода игрушек. В этом столике есть такой интересный паровозик. Двигается зайчик вверх-вниз. При включении рычажка ездит по кругу медвежонок. Также очень много разнообразных ярких кнопочек, которые издают звуки и светятся. Это будет привлекать ребенка. Вот такие вот пальчиковые лабиринты, которые также развивают мелкую моторику рук. Літо, спека. Хто ж не бажає скуштувати чогось смачненького та водночас дуже прохолодного? Новинкою цього сезону є слеш-коктейлі, які готують і подають з перемішаним в блендері льодом. Співвідношення напою і льоду зазвичай таке, що напій більш схоже на трохи підталий сніг. Безумовно, дуже смачно та освіжаюче. Як готувати? Про поради навчать! Скоро начинаются жаркие летние дни, в эту погоду очень хочется попробовать что-то охлаждающего. Мы познакомим вас с охлаждающими напитками. Это слаж-коктейли. Они делаются с помощью ледогенератора, охлаждают и перекручивают лед, получаются мягкие охлаждающие коктейли. Сироп либо сок разбавляем с водой. Коктейли из аппарата Гранитор. Это новинка этого сезона. Эти коктейли отличаются своим вкусом, потому что необычно мягкий лед с сиропом, соком можно разбавлять чем угодно. Можно взять колу, разбавить с водой, можно блю кюрасао, зеленый банан, апельсиновые соки. То есть каждый найдет свой вкус. В домашних условиях такой коктейль повторить будет очень сложно. Этим и славится машина Гранитор. Итак, давайте попробуем с вами блю кюрасао. Этот сироп известен коктейлем «Голубая лагуна». Сюда входит блю кюрасао и вода. Пропорция 1:1. Особенность этого коктейля является, что их можно комбинировать. Можно, допустим, к голубому добавить зеленый банан. Тут находится у нас сироп и вода. Также можно добавить кока-колу. Мы мешаем кока-колу с водой, и получается коктейль. Все. Гарних вам літніх днів, які з нашими порадами завжди будуть безпечними, яскравими та незабутніми. Тож чекайте на нові корисні сюжети. Зустрінемось за тиждень!